Снова здравствуйте, дорогие зрители. Мы продолжаем зачищать Monster Zoo в игре. А что это за игра? Dungeons of Dreadmars. Как же мне нравится, как они тут хлопают. Говнюки какие. Все-таки вот здесь вот можно было бы, наверное, увеличить разрешение экрана. Ну, вы понимаете, по какой причине. То есть, чтобы можно было достать заклятием, видите, у нас видимость распространяется на весь Monster Zoo. И то есть, я бы мог тогда очень много покрыть своими заклинаниями. А так, я вынужден ждать, пока они подойдут, там что-то еще будет. Так. Овощ. Овощ, овощ. Да все они овощи. Капец. Просто. Нереально. Просто капец. Вы смотрите, что творится. Масс уничтожения. Ща левел получу новый. Так, ну что ж, сюда давайте поставим. Еще в дополнение. Надо будет маны подкопить, и тогда опять куда-то отправиться. Так. Все, роботы скоро тоже умрут. Все умрут. Да. Больше смерти. Так, давайте-ка подвосстановим маны. А то так можно и загнуться будет. Вот этот говнюк, как бы его так... Давайте вот так. Нет, 28. Хватит нам урона или нет? Не, не хватило. Я чуть не слился. Просто чуть не слился. Причем очень глупо. Так. Вот. Теперь можно поразвлекаться. Так. А тут кто-то еще умирает, видите? Непонятно, правда, почему. И вообще, у меня мало маны. Какого фига у меня так мало маны? Давайте подрегенимся. Ну, видимо, потому что я воевал очень больно и сильно. Так, ты парень. Я на тебя даже не пожалею вот чего. Ой. Ч
Чё-то он медленно умирает, я смотрю. Давайте-ка сохранимся. Так, чё я не сохраняюсь? На самом интересном месте сохранился. Так, теперь сюда куда-то. О, тут еще и невидимые гады. Ой, сильный гном. Вот так вот сделаем и все. И теперь, естественно, себя подлечим. Как же без этого? Стоп, так они тут сбоку могут пройти или как? Да, они могут просто пройти ко мне. Офигеть просто. Да, Парадим, конечно, мастер. Еще тот. О, помощь. Таума магия какая-то у нас, помощь. Так. Что? А, гномик сам решил получить урона. Окей. Ужас. 6 маны. Это как так? Это же просто жуть какая-то. Так. А где еще монстры? Куда они свалили? Почему я не получил бонусов? А? А, вот. Последний, что ли? Вот эти вот ритики, зараза. Они мне так не нравятся. Вот где я теперь их найду? Вот того чувака, который забурился. Так. Опять. Опять. Вы понимаете? Жду тебя. Жду тебя. Мне нужна награда. Где архибурень? Угу, ясно. Где архибурень, мать вашу? Вот он. Короче, на тебе проклятие. А я не понял. А как же рекурсивное проклятие? На него не действует рекурсивное проклятие. Это как так? О, еще один. Так. Теперь вот так. И вот так. Ну, если я то на него зафигачу, то он, короче, убежит. Он сможет просто нырнуть и все. Вот, он нырнул, я же говорю. Как вот, чтобы они не ныряли? Так можно сделать или нет? Вот это дерьмо.
Ты где там? Какого хрена он опять здоровый? О, смотрите, сколько мини-проклятий. А чё, оно ему не наносит урона? Ну, давайте... Это офигеть просто. То есть я его проклял, а ему ни урона, ни хрена, в общем, мне не нанеслось. А я-то думал, что это проклятие крутое. Какого фига они лечатся постоянно? Это нечестно. Где ты? Все? Нет, кто-то еще здесь есть. Я зачистил эту комнату. Я хочу получить награду. Эта игра давно уже вышла. Тут не должно быть подобных багов. Сказал он и получил баг. Ну вот. Уровень. Уже даже уровень получил. Ну что ж, теперь буролазер, наверное. Давайте буролазер. Все-таки магия, магия. 184, и давайте посмотрим, сколько у нас. 14, регенерация. Ну, в общем, капец, смекалка 65. Главная черта мага. Да. Волшебная мощь. Какая у нас волшебная мощь? 58, неплохо. Ну, еще не все? Ну как так? Ну что это такое? Придется уходить. Ну вы видите, я не могу ничего сделать. Свирепый морквень какой-то где-то, но не здесь. В общем, пошли отсюда. Кстати, надо было бы ускорить, да, вот так вот лучше. Ой, или может это тоже часть того дерьма? Замечательно. Есть! Ну, наконец-то. Еле-еле. Ну, нет. Вот эти вот, которые прыгают, это отстой. Они что, есть, могут распрыгаться хрен знает куда, и потом с ним ничего не сделаешь. Зато теперь мы можем все это продать.
Вот жезл каменщика, кстати, крутая штука, если ты, короче, не имеешь этой магии големовской. Блин, я не знаю, как я без этих магий буду играть. Это будет очень забавно. Наверное. А может, очень больно и страшно без магии это играть. То есть артефакты не достанешь, нифига не достанешь. Это довольно-таки отстойно. Так, вот есть подъем наверх. А ты типа... Он меня не трогает, он... Он не враждебный, он хороший. Да. Так, нужно посмотреть здесь, что у нас. Значит... Ну... Хорошо, что есть телепорт. Вот воинам избегать, конечно, атак очень страшно. А вот ворам я не знаю. Ворам... Вот через скрытность. Я здесь скрытность не знаю, как работает. Вот интересно было бы мне ее потестить перед тем, как я буду что-то записывать. Теперь сюда, пожалуй. Я хочу все-таки на этом уровне подкачаться, чтобы стать... сильнее, но уже стал, в принципе. Видите, я вполне их себе спокойно выношу, даже выдерживаю их атаки. Угу. Так, теперь, значит, раз и два. Все, теперь здесь мощные мобы всякие есть и все остальное, но мне это не так важно. Потому что я могу вот так вот сделать. Раз, два и вообще вот три куда-то еще. И вот здесь вот сделать. И все, и все будут дохнуть, и я буду рад. Всем будет хорошо. Мне оп... О, вот кто это такой? Мускулистый бурень. Этот ужасающая груда мышца просто повернута на красивых позах. Жиме лежа и креме для загара. Да. Петушок, значит. Вот на роботов рекурсивное проклятие просто замечательно работает, я смотрю. Блин, чё тут говно происходит какое-то. Вот этого вот чувака я вряд ли смогу убить теперь. То есть я, конечно, могу, например, вот так. Но он-то меня тоже будет бить. Окей. Окей. А тут кругом облачка. Словно белые лошадки. Облачка. Что вы мчитесь без оглядки? Так, ну на него, кстати, действует эта шняга наша. Чё-то кислотный ожог какой-то. Видите, минус по статам идет. Но это как в рогаликах. В рогаликах всегда такие вот приколы. Типа минусы по статам, если ты там что-то не так сделал. Monstrous Nervous Staple. Во, прибежали красавцы. О, тут киска. Стоп. Она мертвая уже. Эти закаленные ветераны боевой усатой лиги всю свою жизнь посвятили, извините, тренировкам, чтобы сейчас сойтись с вами в рукопашную.
В лапопашную скорее. Ну вы поняли. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, чё-то мне кажется, это... Ну, тут он все равно сдохнет, поэтому давайте телепортируемся отсюда нафиг. Вот сюда, например. Нагината. Будем нагинать ею. Капец, тут обход, конечно. О, тут два невидимых гнома. Лепрекона. 500 опыта получил. Ну, сейчас для нас 500 опыта уже не так уж и много. Это я должен сказать свое оправдание. Ну, здесь, пожалуй, стоит уже забаррикадироваться. Раз и два. О, тут и невидимый уже возле нас. Блин, у меня даже на телепорт сейчас не хватит денег, если что. Ой, денег? Каких нафиг денег на телепорт? Маны! Какие тут деньги? Тут мана. Фусрода! Смерть кричит мне. Давайте подрегенимся. Так. О, кожаные сапоги. Ну неужели? Давно мечтал о них. Источник серебра внутри, скрытое сокровище. Прикольно, прикольно. Ну возьмем. А чё за сокровище там скрыто, интересно? Так, извергатель болтов. Очередной дорогой арбалет. Это круто. Дорогие вещи я люблю. Можно будет что-нибудь нормальное за них купить. Кстати, вот сейчас вот магазины... Вот в этой игре это одна из немногих игр. Ну, то есть нет. И все игры делятся на две категории. То есть игры, в которых магазины очень полезные. Это, в общем-то... Skyrim, например, такая игра. Игры, где магазины бесполезные. Это, например, там Fallout 3 или что-то вроде того. Как это ни странно, они, то есть, действительно. Ну или в Fallout 2, кстати, тоже зачастую магазины бесполезные. То есть, кроме патронов, нам там ничего не нужно. А есть так игры, где вообще, то есть, никаких нормальных шмоток в магазине не найдешь. Ну, в Скайриме почему полезные? Да потому что там, то есть, всякие зелья, все это, ингредиенты там. В общем, для кача, для нормального зачарования, там вообще-то, то есть, и артефакты довольно-таки бесполезные в Скайриме. Поэтому там самое полезное, это как раз то, что ты делаешь сам. И вот, исходя из этого, то есть, можно сказать, что магазины полезные. То есть ты там не только стрелы покупаешь, но еще и другие полезные вещи. Так, два гребаных робота. Окей. Прикольно. Раз и два. Все, теперь можно приниматься за уничтожение всех врагов. Вроде меня не задевает, так что все нормально. В очередь, сукины дети, в очередь. Так, а теперь рекурсивку кинем. Хорошая рекурсивка.
Забавно, на роботов как-то хорошо действует, а на некоторых других чуваков вообще не действует. Вы видели, то есть я проклял, а ему пофигу. Так, что, рекурсивка закончилась? А, я так понял, рекурсивка потом мне дает, что ли, вот этот вот тауматургий... Нет, он же вроде бы уже до рекурсивного проклятия, так что... Ну, давайте таумита инфекцию дадим ему. Так. О, видите, выжженные палочки. Их, короче, после каждой палочки появляется выжженная палочка. И вот эту палочку выжженную, ее можно потом превратить обратно в какую-либо палочку, используя для этого ингредиенты. Ну, я вот могу показать крафтинг. Где тут он? Вот, видите, везде палочка эта используется. И вот в зависимости от ингредиентов, они, кстати, довольно элементарные. Ну и, в общем-то, на самом-то деле он вроде бы дерьмовый, этот навык. Ну, потому что палочки слабые сами по себе. Оказываются. Так. Заводной привод. Любимая игрушка кибердемонов и заводных рыцарей. Это шумная... Механическая грелка для ног усилит ваши способности по приведению движения собственных ног. Ну тут же ж написано минус 5. То есть минус 20, минус 5. Чё-то фигня какая-то. Кибердемоны. Это как обычные демоны, только кибер. Так, архибурни тут какие-то завелись везде. Хорошие латные перчатки. Я бы, наверное, их себе взял. Ой, я могу и сюда пройти, это ужас какой-то. Что за хрень я творю? Я вообще разучился их убивать. Раз, потом два. Потом три. Потом четыре. Все, все воняют. Все вонючки, я один хороший. Так, подрегенимся-ка. Сейчас стеночки пропадут, и все будет окей. Так, шлем абсолютного всеведения. У меня такой же, по-моему, да. Он и выглядит так же. Значит, он такой же. О, торговец еще один. Капец, торговец был рядом с этой, с комнатой. Но прикол в том, что если торговец рядом с комнатой, то есть ты можешь в комнату в эту случайно зайти, и у тебя провалится квест по очищению, короче, монстрячего этого парка. Монстрячего зоопарка. Заводной болтомет. Вот он. Но мне на самом-то деле давно уже пора на всякие вещи продавать. Тут неплохие уже продаются. Костяной болт. Нет, это говно. Книга излишних знаний. Вот болтометы. Вот это вот одно из самых новых. Убиван Кеноби. Нет, вот с таким я хотел бы походить. Мейс класс вепон. То есть я собирался как раз с мейсами, если буду за воина играть. И то есть с Убиваном Кеноби походить было бы неплохо. Еще одно кольцо. 96 тысяч. Да ну нафиг идите. Я лучше уже Убивана Кеноби куплю. Яростный меч антигероя. Тьму внутри себя, да. Прикольная штука. Яркий посох Гардвина.
Никому особо неизвестный ученик великого волшебника Теслы, Годвин был озарен вспышкой просветления в момент создания этого блистательного посоха, который по сей день служит ярким маяком магического прогресса, освещающим тьму, неведения и бездарности. А еще он светится. А то я не заметил. 16 топор, повелитель волшебных топоров. Ой, 16 топор, повелителей волшебных топоров. Вот так вот, правильно. Повелители волшебных топоров наполнили этот топор своей могучей топоромагией. Ощутив вкус победы, он наполняется силой совершить смертоноснейшую из атак. Вот как-то так. Обоюдоострая секира, нафига мне? Топор разлома. Лезвие этого топора разрубает и время, и пространство. Стоит упомянуть о том, какие ужасные дровяные катаклизмы постигнут другие миры, если вы попытаетесь наколоть им дров. Ну да. Да. Ну, вообще-то, вот кинжал невидимости офигенен. То есть, если за ассасина играть, то вот с получением такой штуки ты можешь пройти игру. Электроалхимические механизмы... Так, заводной Тесла Жезл. Электроалхимические механизмы добавляют атакам этого могучего дробящего оружия электрический эффект с большой вероятностью, оглушающий жертву. Неплохо. А тут действительно какой-то эффект добавляется, наверное. Рунический щит персонажа. Кстати, мало дебафов дает, можно его и носить, в принципе. Просто рунический щит. Дает резист еще к магии. Слушайте, этот круче, вроде бы. Весь щит одна большая руна. То есть этот больше отнимает магической силы? Да вообще, рунический щит обычный, он получше, смотрите. Хотя этот дороже стоит, но он хуже. Странно. Заводной цепной топор. Часовые механизмы приводят в действие зубцы этого ужасающего механизма. Имперский заводной нагрудник. Да, помню. В общем, здесь нифига у нас нет. Ну, хотя бы мы можем продать все. Заводной привод, кстати. Давайте-ка посмотрим. Так, три. Три. Так, 2, 1, 3, 8, минус 4. 2, 1, 3, 8, минус 4. Абсолютно одинаковые, да? 4, минус 1. 4, минус 1, минус 5. Так, 4, 4. 4, 4. Все абсолютно одинаково. Значит, можно продавать. Всякие тут сливы, еще говно какое-то. Ну, я, кстати, не знаю, жезлы продавать. Давайте вместо какого-то бесполезного, желатиновый, например, наверное, он бесполезен. Или вот коралловый. Я помню, вроде бы коралловый бесполезен. Каменный возьмем, не знаю зачем. Очищение. Очищение, нужно ли нам? Да ну нафиг, не нужно, наверное. Если что, нафармлю. У меня такой аргумент всегда, если что, нафармлю. Так, 2800, еще больше всего. Ну, грызлодер, пожалуй, тоже отдадим. Save and continue.
Ну и в общем-то на этом мы закончим серию. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк. Всем пока-пока.